Ну, сегодня у нас такое небольшое занятие. Сейчас меня будет видно. Правда, у меня ремонт идет. Ремонт идет. Сразу извиняюсь за неполадки. Ну и сами не очень. Ладно, не важно. Самое главное, мы сейчас сделаем зарядки. Сегодня простое упражнение. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Делаем 5 минут. Кому прямо это сложно, кому неинтересно, кому ну как-то не очень, вы можете рисовать свое имя глазами, писать свое имя. А у нас зарядочка 5 минут, мы будем делать вот это простое упражнение. Оно одно дает хороший качественный эффект для того, чтобы зрение было четким, ясным и помогает открывать то, что нужно. Мы делаем просто одно движение. Можно, конечно, делать много разных движений, но сегодня мы сосредоточимся на чем-то одном. Даже в чате я вам дам считалочку, благодаря которой можно это упражнение легко запомнить. Ну вот. Сегодня у нас в таком режиме мы работаем. Это может быть немножко, ну, во-первых, все, что новое, оно делается с трудом, непониманием. Просто делайте. Это, конечно же, не очень может быть интересно, приятно. Включите тогда музыку свою любимую. Конечно же, следующие будут более разнообразное, будет более интересное. Но сегодня я, конечно, мог бы все дать, но тогда бы вы не запомнили вот это простое упражнение. По крайней мере, уже мышечная память будет, и уже у вас меньше шансов его не делать. Потому что вы знаете, как делать его. Оно простое, но эффективное, очень эффективное. Вот видите, даже нам помогает будильник. Ну, давайте посмотрим, сколько времени. Я пока закрою видео, чтобы посмотреть. Вот как раз мы переходим к следующему занятию, следующему. У нас сейчас по плану идет скорочтение. Ну, скорочтение, развитие памяти, внимания. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, не понравилось. Если понравилось, пишите, что понравилось. Не понравилось, тоже что пишите, что не понравилось. Пишите, что вы хотели бы узнать больше о зрении, о его тренировке, о ну, особенностях, разных вопросах, которые у вас возникают, какие у вас проблемы со зрением и так далее. Буду с благодарностью пойму ваши ответы и, конечно же, помогу своими советами, какими-то рекомендациями, какими-то упражнениями. Хорошего дня! Так, ну и мы снова закроемся. Так, я не вижу мышку. Вот.